Мы продолжаем листать эти страницы, и сейчас на сцену выйдет человек, который одинаково хорошо чувствует себя и в форме полковника, и в смокинге с бабочкой. Он интересен и за роялем, и когда в руках заветная шестиструнка. Встречайте, участник боевых действий в Афганистане, лауреат международных фестивалей поэт и композитор Александр Мордовин. Залетаю. Мы выступаем уже 12 лет. Собственно, объявляю теле поэт и композитор Иван Залетаев, и я выхожу с ним. Либо Александр Мордовин, тогда он с ним. На трех фестивалях. И Сергей Кузнецов был участником этих фестивалей в городе Стерлитамак, это в Башкирии. Тоже неожиданный уход талантливого человека. Так же, как и многих других, это и генерал Куценко. Много, к сожалению, сейчас этот список продолжается. Да, светлая всем память. А сегодня мне всегда счастливо, в принципе, за эти годы, вот третий раз на фестивале, хотя приглашают постоянно. У нас же все подстроено. Сергей Кузнецов с его семьей, они живут в соседнем подъезде, в нашем доме. А сегодня исполнилось бы 102 года со дня рождения моего отца, ветерана Великой Отечественной войны, Валентина Ивановича Мордовина. И одну песню, которую мне поручили исполнить, одну, мы выбрали с Иваном Залетаевым. Песня, которая называется «Седой старик». Мой отец ее любил, она создана, эта песня, давно, уже больше 25 лет назад. Итак, песня «Седой старик». Седой старик пришел на танцы, навстречу с юностью далекой. Представил он, что снова молод, и кумпарсита вновь звучит. Седой старик пришел на танцы нам деревенском клубе. Стоит закрытыми глазами седой слепой старик. Представил он жену и сына, он слышит, как они смеются. И нет войны, и нет беды, молчит седой старик. Седой старик танцует танго, калейдоскоп воспоминаний. Далекой молодости танец танго. Ушедших лет, его мечты
слепой старик, но хочет помнить все, что было, и не желает знать, что стало с его семьей, с его страной. Молчит седой старик. Старик танцует танго, калейдоскоп воспоминаний. Далекой молодости танец танго, танго, танго ушедших лет. Танцует танго, калейдоскоп.